Вопрос о твоих гастролях в России, он тоже на репетиции тебе нет, задавал? Нет, конечно, не озвучивали, но я прекрасно понимала, что будет вопрос, очень многие об этом спрашивают. И я не давала официальных ответов, потому что я считала, что правильно это дать вот сегодня, ответить всем вместе на ваши вопросы, не отсылать отдельно каждому, да. Вот, и я уже отвечала на этот вопрос там, повторюсь еще раз, что мне нету разделения людей на негров, азиатов, на... кто-то разговаривает на английском, кто-то на русском, кто-то на украинском. Это неправильно, потому что меня растили родители принимать людей. И не могут, понимаете, все люди в любой стране, которую ты не возьми, быть плохими. Везде есть плохие, везде есть хорошие. Просто мой способ нести мир и добиваться мира на планете, добиваться взаимопонимания между людьми, это музыка. Я считаю, это более правильно, потому что, знаете, я сейчас скажу такую фразу. Сорян, но реально, воевать за мир все равно, что трахаться за девственность, правда, реально. Это конфликтами никогда ничего не решается. Всегда все решается мирным путем. Я считаю, что обо всем можно договориться, просто нужно иметь желание это сделать. Скажите, пожалуйста, чи справді ви вважаєте, що мистецтво може бути поза тими подіями, які відбуваються в твоїй країні? Я считаю, что оно должно быть, потому что все-таки артисты – это те люди, которые несут мир, которые несут любовь. Это та эмоция, которая необходима. Вы понимаете, люди, которые окружены любовью, которые чувствуют хорошие эмоции, вдохновение, которым дарят эти эмоции, они не хотят идти и делать какие-то агрессивные вещи, или им не нужно, понимаете, с кем-то воевать, делить какие-то территории и так далее. Они хотят просто жить, радоваться и наслаждаться этим. Счастливые люди не вступают в конфронтацию. Я вот сейчас в разработке своей религии, называется намуравианство, вступайте, посвящаю вас всех. Спасибо, что пришли.